Светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы отметили в Богородице-Рождественском храме села Булатниково. Для жителей села это особый день, ведь именно Рождество Преснодевы Марии является престольным праздником для этого храма, который люди ждали долгие годы. 10 лет назад по инициативе местного жителя здесь была основана молебная комната, после чего видновским благочинием построен храм. С тех пор на этой земле ощущается защита Божьей Матери. Покров Богородицы. Это во всем. В том, что деревня жила, то, что дети наши причащаются, ходят. Это дети, которые отличаются от большего населения, так скажем. Во всем ощущается. Это ощущается в празднике души. С тех пор храм сплачивает местных жителей. Они встречаются на службах, молятся о родной земле, общаются. Подобно тому, как Богородица подарила православным Спасителя, так и церковь в Булатникове подарила людям надежду на лучшее. Большое спасибо нашим всем жителям, потому что благодаря их вот этот храм стоит. Каждый житель принимал участие, то есть по кирпичику, по всем. То есть, большое им спасибо, я хочу сказать. Праздник – это наш престольный. Это главный праздник моей жизни, и поэтому мы его очень почитаем, конечно. Приходим обязательно в храм, который тоже называется храм Рождества Богородицы. Игорь Юдинцев попал на службу случайно, проезжая мимо храма. Будучи человеком верующим, он не мог не остановиться, чтобы помолиться вместе с остальными в такой светлый и важный праздник и причаститься. После причастия получил незабываемое обновление полностью произошло внутри. Вот, и пока внутри все раздирает, ну, желательно в такие моменты после причастия помолчать. Ну, раз такой праздничный день, хочу с вами поделиться этой радостью. На самом деле очень приятно. Несмотря на будний день, на утренней службе людей было немало. И настоятеля храма это очень радует. Ведь это значит, что храм местным жителям действительно нужен. Храм не просто так построен, он именно нужен людям. И люди приходят сюда, чтобы бок о бок помолиться, потому что мы знаем, самая сильная молитва – это соборная молитва, это молитва церковная. И поэтому они приходят здесь, молятся, и, соответственно, видно плоды трудов. По окончанию богослужения церковнослужители вместе с прихожанами совершили крестный ход. Юлия Погосян, Евгений Петров, Лена Кошелева, Видное ТВ.